И всем привет! Мы обещали сюда вернуться. А, не, не обещали. Ну, мы, короче, вернулись. Помните петроглифы Архарлы? Мы не все посмотрели. Есть новые места. И хотим найти самую изюминку тут. Короче, уже где-то мы здесь. Вон там поселок Жоломан. Вот тут знак, то, что тут петроглифы. Идем изучать. Здесь мы еще не были. Не были. А, что изменилось? Немножко выпал снег. Ну так, совсем немножко. Сегодня 19 декабря. Температура где-то 10 градусов тепла. Снег мокрый, все мокрое. Так что вот как-то так. Насыщенный день независимости у нас какой-то. Ну, надеюсь, не все еще выключили видео наше, потому что это опять же петроглифы. Скажем, нашли первые два красивых. Посмотрите. Хожу где-то тут по горе. Вы посмотрите, тут какие камни, какие они загоревшие. Ну тут прям даже ленивый начнет рисовать. Вон, ого, я кое-что нашел. Оля, Оля. Оль. А, вон она. Вы посмотрите, она оделась ровно так же выглядит, как камень. Мы разделились на две группы. Я, ребенок с нами сегодня не поехал, потому что он говорит, что... Говорит, не хочу. Ну, что заставлять ребенка ехать? Может, он, конечно, что-то поинтереснее делать, чем мы. Ну, что может быть интереснее петроглифов, походов, свежего воздуха, вот такого вида? Вот там вдали Копчега улыбается. Ну, и мы тоже ему. Сейчас вот при вас начинаем восхождение. Так, надо аккуратненько. Аккуратненько. Очень аккуратненько. Камни очень цепучие. Так, так. И вот... К чему я шел? Вы посмотрите. Видно? Сейчас еще что-нибудь поищем. Ну, такое ощущение, что тут опять все обрушалось. Потому что некоторые валяются вон там, внизу. Все-таки, наверное, природа берет свое. Камни рушатся. А скажите, после нашего предыдущего ролика, ну, про петроглифы Архарлы, кто-нибудь сюда приехал, посмотрел, поискал, нашел? Нам интересно, нашел кто-нибудь что-нибудь новое, интересное? Вот, а мы сегодня попытаемся это сделать. Ну, для нас новое. Многие, конечно, это все видели, но для нас это новое. И нам это нравится. Как мне подсказала Олька, которая находилась совсем на противоположной скале, я был вон там, Оля была здесь. Говорит, приходи сюда, тут красиво. Я пришел. Вау, ровно как, ничего себе. Как будто реально залили бетоном, да? Что здесь, тут есть? Здесь есть, смотри, здесь есть быки, здесь есть люди уже, здесь есть колеса, смотри. Колеса? Кто-то да, выронил? Колесо. Видишь? А, точно. А вот, смотри, человек. Вот он. А, точно, человек. С половыми признаками. Я думал, это меч. Нет. А смотри, а вот здесь быки нарисованы. Вот он, видишь, так, круглый. Я немного закрываю своей тенью, потому что солнце очень сильно, смотри, очень жарко и светит сильно. Да, точно. Бык, как будто в него что-то воткнуто, а вот это похоже на солнце, либо какое-то дерево. А это не солнце головы, как а стамбалы? Смотри, а вот это все люди стоят. Да ладно, поклоняются как будто? Да, очень странное. Я такого здесь еще не видела нанесения. Я говорил, тут эта местность покрыта а вот тайной. Человек на коне как будто бы. А вон с той стороны все в архарах. А, точно. Разного вида. Да. Побольше, поменьше, красивей, менее красивей. Слушай, интересно. Скала сделана прям для художества. То есть нарисовал, большая терраса, можно посидеть, посмотреть, понаслаждаться. Посмотри, вид какой там. Вид супер. Говорю, Копчегай улыбается. Да. Ниже спускаешься, тоже как бы терраса. И тоже вот они. Архары, люди. Это верблюд, судя по всему. Да, наверное, верблюд. Вот архарку здоровый. Но, по-моему, это нарисовано уже недавно. У меня такое ощущение, потому что это поверх патины что-то нанесено. Угу. Так что вот. И дальше идет терраса. Слушай, тут, говорю, ленивый. Только может не начать рисовать. Да. О, посмотри, сколько. Да, вот смотри. Вид очень вообще супер. Сейчас... Да, что-то почему-то все разрушается. Бетон плохой. Вот, смотри. Да. Очень красивое, прям скопление. Красиво? Да, очень. Ты рада, что мы приехали опять сюда?
Природа хорошая, настроение хорошее, погода прекрасная, почему бы не полазить? Если честно, в прошлый раз мы думали сюда съездить с подписчиками, в это место. Но знаете, что отбило? Ну, желание, не желание. Мы, короче, оказывается, не все видели. Как мы можем показывать кому-то, если сами не все видели? Нам просто написали в комментариях, типа, да это ничего, это мало, что вы видели, есть интересней. Ну, мы попросили координаты, короче, координаты нам так и не выслали. Мы такие, а зачем координаты? Вы когда-нибудь ездили по ним, что ли? Нет, мы делаем все сами. И сейчас мы все найдем, покажем, расскажем. И вот после того, как мы все увидим, тогда вот можно сделать небольшую вылазку. Ну, кому это интересно, конечно. Сейчас большинство, я так понял, уже перестали снимать природу, потому что, ну, люди осели в городе, зима, ну, какая-то. Снимают всякие, там, открытие развязок, закрытие развязок, ну, все такое. Наверное, людям это более интересно стало, а нам пока что интересно вот это. Находиться на свежем воздухе, вдали, в тишине от города, в котором мы целую неделю проводим. Тут олени опять. Сцена охоты. Уже люди появились, видел? Да. Видел, у оленей вместо рогов новогодние елки. Все к Новому году. Так по праздничному. Да, так по праздничному. Ну, так изображали рога. Красиво. Да, очень. Вот это вот стена вообще просто... Вот это все изрисовано. Вот сейчас мы туда подойдем. Попытаемся не сломать ноги так сразу. А, я даже видел, чем охотились на архаров. Вот. Нет? Очень много. Да, вся стена абсолютно. Я говорю, очень красиво. Вот. Нижняя вот эта, как ее называют? Терраса. Нижняя терраса. Она вся заполнена рисунками. Сейчас мы будем изучать поближе. Фух, как жарко-то, а. Когда зима придет? Вот. Да, может, не надо. Так. Верблюды. Ты олени. С собой закрываешь такую красоту. Давай. А, очень много арха. Это даже лисы какие-то. Смотри, лисы, думаешь? Хвостики какие. Тут что у нас? А вот это олени. Круг какой-то опять. Да, круг вот. Вот верблюды пошли. Хм. Интересно. Что ж тут происходило-то? Так. Дальше, что у нас тут есть? Так. У нас тут есть пустой камень. Тут ничего нет. Это единственный, наверное, камень, где ничего нет. И я к нему подошел. О, слушай, идеально прям. Ты посмотри, как удобно. Стоишь, руки греешь об черный камень, темный, и смотришь на эту красоту. Удобно, и посмотри, сколько здесь. Смотри, толстый бык. Опять люди, смотри. И сцена охоты. Да? На толстого быка. А вот сверху еще, вон сверху еще. Ну там уже что-то напортачили. Да-да-да, пытались вам написать. Вот, видно, что-то написали. Все. Вот тоже люди на конях. В общем, появились уже люди и кони. Ну, это и другой, наверное, век и все такое. То есть, да. Тут все меняется, тут пересечение всех веков, по-моему, есть. Вот внизу, смотрите, красивые рисунки. Я хожу вообще по какому-то куску скалы. Главное, чтобы она не думала уходить никуда. Только реально, вон, кусок скалы прям ровно откололся, и она там. И вот здесь внизу, смотри, тоже рисунки. И там внизу рисунки. Одни рисунки. А вот здесь кто-то рисовал и не дорисовал. Не смог. Ну. Может, война началась. Мы же не знаем. О, вон там я вижу. Прямо ты выходишь. О, очень много вон там. Да-да-да. Мы тут ходили-ходили и нашли, что-то крупное ходило. Это все лишь медведь какой-то. Да? Но проверять мы это не будем, конечно. Мы быстренько что? Пойдем отсюда. Опять мы где-то лазим. Вон машина. Вот бескрайние просторы. И везде тут скалы. И пытаемся найти что-то новое. Пока что, если честно, так себе это все удается. Но мы не отчаиваемся. Ха-ха-ха! Мы как всегда крутые. Где-то час плутаний, мы ездили туда-сюда. В общем, мы нашли ее. Эту сцену охоты, за которой мы сюда и приезжали. Или битвы. Еще в первый раз, да? Да. Мы где-то ее увидели на просторах интернета. И я задумался, где же это может быть. И я нашел ее. Мы нашли ее. Фуф, никаких знаков опознавательных, ничего нет. Даже дороги нет. А мы здесь.
Я прям люблю, когда так получается. День плутаний, и вы нашли это место. Вот теперь мы точно можем брать вас с собой. Да, теперь проверено все. Вы посмотрите, какая красота. Посмотрите, тут что, тут. Она еще, говорят, откололась часть. Ну, это вообще потрясающе. Вот это да. Ради этого стоило столько плутать. Посмотрите, да, чуть развалилась. Это уже совсем другой уровень. Да. Супер. Вау! Мы сделали это. Я люблю, когда так получается. Это вообще супер. Когда экспедиция заканчивается успехом. Сколько было шансов найти ее? Ну, это вообще... Мы просто ориентировались по видео, картинке. Да. По картинке. Увидели фото. Примерно посмотрели, что на фото сзади. И примерно сопоставили план вот этой всей местности. Что может быть сзади и где это может находиться. Сработало. Ты доволен? Я просто счастлив, ты не поверишь. Люди, которые выключили это видео из-за того, что тут петроглифы, вы пожалеете. Смотрите, вы такое больше не увидите. Нигде. А, ну почему нигде? Может, увидите? Не у нас, но у нас больше не увидите. Смотри, вот тут даже показано, как лук, да, стрела и протыкает человека. Да, что-то вообще мистер какой-то. А представляешь, если это здесь проходило? Может быть. Всякое было. Ну вот здесь раньше было устье реки, но оно, наверное, река весной здесь даже есть. Так что весной сюда, думаю, не получится доехать. Да. Тут с зимой небольшая проблема. Да нет, проблема в том, что мы дороги не знали, мы просто ехали по холмам. Интересно, что дорогу сюда с двух сторон завалили. Да, именно завалено, прям карьер там разросся, или брали пробу, или что, и прям завалили. Ну посмотри, целое вот этот отломился кусок, это вот он. Может быть, мы ходим, кстати, по... какому-то. Вот это надо перевернуть, попробовать. Целый, ну, хотя отломилось довольно давно, ты посмотри. Это получается вот эта часть отсюда. Да, скорее всего, это продолжение. Начало и вот сюда уходило, да? Надо приклеить. Помоги мне, сейчас мы поднимем ее. Это просто круто. Смотри, его даже нарисовали всадника. Лошадь так прорисована, даже уже с уздой. Это узда называется? Ну да, наверное. Вот. Он с какой-то пикой. И шлем. И на нем шлем, да, и с каким-то декоративным образованием сверху. Образование сверху. Ну, я не знаю, как это сказать. Да, образование это, что нам не хватает. А, вот смотри, да. А вот здесь это птица же на руке. Да, охота. А это... может охота, а может битва. Раньше, может, птицами бились, мы же не знаем. Нет, это битва. Это битва явная, что, да. Вот видишь, человек мертвый лежит. Вот, это просто он лежит. Угу. Никакого движения. Да, и они все с луками, со стрелами, с пиками. Есть всадники, которые на, есть просто стоящие отдельно. Вот они с луками люди, без лошадей там и кого-либо. И очень много жертв, я так смотрю. Ну, битвы, войны всегда не приносили никогда ничего хорошего. Здесь тоже, смотри, птицы изображены. Они что, клюют человека? Или это моя буйная фантазия уже? Да, вот теперь точно можно в это место съездить и посмотреть это все в сборе. Выбрать самые лучшие тут места и насладиться историей. Я думаю, цель выполнена, цель достигнута. И мы смело что можем? Возвращаться в Алматушечку. Всем пока, спасибо за просмотр.